Добрый вечер. Ужинать будем? Купишь 2 лошадей, муки, консервов. Иди к Золотому ручью. В случае чего 2 выстрела. Ахмед был? Да, он будет ждать вас от 15 до 20, где вы сами знаете. Прошу вас. Не возражаете? Пожалуйста. Здравствуйте. Прошу вас. А вы не возражаете? А водочки не хотите? Нет, спасибо. Невероятная пошлятина. Поди ты, слушаешь. И даже, знаете, волнует по-своему. Васильянов. Очень приятно. Инженер-путеец. А вы зря курите. По просьбе нашего постоянного гостя Расторгуева Е.М. исполняется заграничное танго аргентинское. Черт тебя знает. Удивительное время. С одной стороны, вот этот парадиз, а все эти аргентинские танго, и вместе с тем здешний завод. Ведь я 2 года назад видел его. Воображаете, выбиты все окна. Все оборудование растащено, ничего нет. Пустые цеха. Работает. Восстановили голыми руками. Вот что интересно. Вы не здешний? Из Москвы. Прислан в качестве главного инженера на строительство железной дороги. Железной дороги? Строим узкоколейку на Красную Пать. На Красную Пать? Да, к новому руднику. Через Ардебаш? Угу. Там ведь непроходимые места. А я что говорю? Удивительное время, фантастическое.